Лен, хорошо выглядишь. Реально, вот я смотрю сейчас на тебя видео. Я Елена, сама да? Вот расскажите нам про косточки, про ноги, когда мы первый раз сделали вот эту вот тему. Ну, во-первых, все пальцы были, ну вот суставы были как бы скрючены, большие пальцы заходили на вот, ну, соседний палец, а сейчас, ну, я не могла вот, ну, активно вот так вот двигать, да? То есть, Да, больно было, когда вы даже а шевелила. сейчас, да, а сейчас, во-первых, суставчики стали, ну, так вот, разгибаются они, вот на этой ноге лучше, то есть раньше оно вот так не разгибалось. Вот на этой ноге еще, конечно, вот этот не так подвижен, но раньше я не могла вот так вот делать. И мне кажется, сам вот момент угла вот этой косточки тоже меньше стал, потому что, ну, в любом случае это вот, ну, работает. Это мы А один раз только тогда сама сделали. синюшность, были же синие-синие вены, а сама синюшность, ну, эта нога всегда была синее, чем эта, и сейчас она уже совершенно другая, то есть вот венки уходят. Кстати, да. Вот ты мне сказала по поводу синего, а было же вообще Да, синее. были синие-синие, особенно в конце дня, когда находишься на это самое. Это мы декабрь не делали, по-моему, и Мы не январь. один раз мы делали Да, в только, ноябре, в конце ноября. да, и все. И вот оно с первого раза вот так вот идет, и как бы улучшается, Восстанавливается, да? улучшается каждый раз, да. И вот эта вот тоже штучка была такая Да, твердая, я помню, а она да. сейчас вот такая уже мягенькая, да, там есть, но там что-то происходит, процесс идет, то есть он не как бы не заброшен. Поэтому я очень довольна, очень прям вижу эффект, результат. В общем, красота, просто красота. А то ноги прямо страшно было показывать. Постоянно в носках ходишь, как Ну да, тот как будто бы. партизан. Так что вот. Все, Елена, посмотри.